О важности IT-профессии со школьниками региона поговорят руководители ведущих вузов, специалисты в сфере информационных технологий под председательством руководителя Департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислава Казарина. Сегодня стартует серия видеоконференций, направленных на помощь ученикам 8-10 классов в выборе предметов для сдачи ЕГЭ. По данным статистики, в сфере информационных технологий не хватает высококвалифицированных кадров. При этом в перспективе в ближайшие 5 лет это направление станет одним из самых востребованных на рынке. За 4 года проведения подобных конференций задействовать в профподготовке удалось около 12 тысяч школьников. Еще 300 человек примут участие в этом году.